Ну, такой вопрос. Голодаю четверо суток насухо и начала крутить ноги, особенно там, где был перелом. Я хочу сказать со своего опыта, это естественный процесс, когда имеются где-то какие-то травмы, там идут более сильные процессы, там рассасывание, идут процессы восстановления, и все это выражается в том, что ноги крутят. И действительно, я когда сам голодал, ну вот наступает на сухом голоде, конечно, это будет намного раньше, наступает такое время, обычно там по ночам ложишься и чувствуешь, их крутит. Это нормальное явление, это идет и в тонких телах нормализация энергетическое там движение. Это идет и рассасывание всего вредного. Причем рассасывается все настолько быстро, что вот это вот как раз и выражается вот в таком вот феномене кручения каких-то болей. После того, как это все выйдет, то есть это все проходит обычно быстро. То есть где-то за 2-3, там максимум 4 дня это все это там должно пройти. И тогда голодать будет нормально. То есть важно понимать, что на голоде, когда вы начинаете голодать, запускаются процессы, они разворачиваются так поэтапно, и все более и более мощно и глубинно действуют. И вот они сталкиваются с застарелыми травмами, заболеваниями, уплотнениями, начинается их рассасывание. Рассасывание там идет довольно-таки быстро, а в некоторых случаях и может и не брать даже, и голод. Вот. Но тем не менее, процесс идет, и то, что у вас, кстати, то, что у вас заболело на голоде, вот некоторые говорят, о, я только начал голодать, а у меня так желудок закрутило, так там заболело. Это говорит о том, что голод самостоятельно определяет, где у вас имеется патология, патострадание, то есть болезнь, и он сразу же на нее начинает действовать. То есть обострение на голоде указывает на то, что голод именно на эту болезнь действует наиболее эффективно. А вот если у вас болячка какая-то есть, а вы не чувствуете, что голод как-то на нее влияет, то, увы, вот здесь-то голод и бессильный. Поэтому всегда радуйтесь, если идет какое-то обострение на голоде, это значит, болезнь идет в обратном развитии, организм ее выбрасывает вон. Так что продолжайте голодать и радуйтесь, что эта болячка у вас исчезнет.